Итак, сегодня у нас рыбалка подлёдная с Юркой и с Яной. Поехали отсюда. Это не все! Ой, тихо, тихо! Ой! Это я уже не могу. Юра, ты че? Взял его, блядь. Верно, поймалась. Есть. Обе. Губы сразу идет, да? Чик. Синхронно. Две. Три. Та-та-та-та-та. Та-та-та-та. Та-та-та-та-ра-та-ра-та. Эй! Та-ирай. Та-та-та-та. Подожди-ка. О, смотри, как. Все, просмотр. Вот, едят, смотри, едят же вовсю. Опа, есть. Я достаю его большого. Это сорока, сорока есть. Ух ты, какой здоровый. Так, 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 так. Ай-яй-яй, прошел. Вон, ест, 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 Яна. Опа, опа. Поймался. Он только-только подошел. Так, а ножик мой далеко. Вот это луна, да? Тянет какой-то. О, смотри. Друзья! На фоне луны давай. Луна красивая. На фоне луны, так давай на фоне луны тогда, значит. Нет, ну что ты крутишься? Вон луна, смотри, какая красивая. Друзья, рад вас приветствовать на своем канале. Юр, ты где там? Ты ушел из этого, из кадра ушел. Все, мы сегодня едем на подлетку вместе с крутейшими рыбаками, с профессионалами. И профессиональный оператор. Где там камера? Вот она. Да. Все, сейчас наловим. Будет подводная камера и вертолет. Так что... Вертолет не переключайтесь, а? Да вертолет не видно будет, у нас ночь. Все будет нормально. У нас, смотри, какая луна, где она? Вон луна замечательная. Супер. Поехали! Итак, друзья, едем на замечательную рыбалку в замечательное место по прекрасному мосту. Это 30 километров от города Нюрба, называется деревушка Киров, и там клюет замечательная рыба. Инициатор поездки у нас Яна Владимировна, она всех сбила с подтылыку, поехали ночью на удачу, ну, конечно, не промахнулись. Я тебе посвечу. Давай, свети. Здесь она высоковатая. Бабло, туда. Ну, не, нормально. Опа! Спасибо большое! Баллоник хоть обкатал. Прикольный баллоник. До свидания. Так, ну что? Но не стали вешать. Вы зажигаете этого? И все-таки черный, что-то черный ящик. Замерзло? Нет. Черный ящик в студию, да, друзья мои. Приз хочу, приз. Давай. Та-та-та-та. Та-та-та-та. Та-та-та-та-ра-та-ра-та. Эй! Та-ирай. Та-та-та-та. Крути барабан, Юра. Юра! Крути барабан. Друг ты мой любезный. Черный ящик в студии. Ящик он же, все. А там... А там что-то есть. Там чай, да? Кофе, там что-то. Да. Ну ты вот все опять ты весь этот сбиваешь. Это? Ну, мы уже будем... Юра только воткнул удочку, и она сразу заклевала, и Яна сразу в изготовку. Села, она что попала, короче, вообще, что попало, короче, все. Все, работа началась сразу, тут же. Я же говорила, так нельзя. Как нельзя? Надо все сделать. О, клюет у нее вовсю. Все не подсекается, да? Не-а. Есть. Есть, обалдеть. Первый пошел. Он прям
мед налет, давай этот живьем. Да? Ну, все, поехало. Да еще удочки. Еще не тепло не стало, уже все погнали. О, он даже не это, он вообще еле-еле. А? Куда налет его? Ян, с первым клем тебя в этом году. Ты все, уже отпустила, да? Тут уже, короче, клёв начался по полной, короче говоря. И один, и другой поймал. А эта лунка для меня. Сейчас посмотрите, что я тут буду делать. Какие с вами съемки? Это только рыбаки, одна на уме только, и все. Ну что, друзья. А мы сейчас займемся вот этим вот делом, да? Ага. Чё говоришь? Юра, чё расскажешь? Сейчас. Свет у нее хороший, да? Ну да, сейчас посмотрим, тут и подсветка есть. О, господи. Что-то у Яны это открыто. Поближе. Ты ко мне. Хороший. Как же их тут снимешь-то? Что вы? Ну ты опускай быстрее эту камеру. Так Юра в мою дырку залез. Да, она не мешает. Все равно. Ну как это не мешает? Она не мешает. Так, ладно, поехали. Поехали. Вот они все. Как у вас до хрена, а? А не видно мою удочку? Вот видно же, вот она. Ой, блин. О, сейчас я как... Слава будем. Контакт на рыбачке. Ой, да? Чё? Нормально. А я где? Подожди-ка. О, смотри, как. Сорока, какая мощная. Подожди-ка, сейчас мы. Ничего так. Мою удочку видно? А вот. Мою видно? Подожди-ка, блесну, я включил. Вот они все. Пассивная рыбка, да? Слушай, ну там звери просто. А чё они даже? Ты за... О, смотри. А смотри, на твою блесну смотрят. Это сорога, а сороги мы ни одной не поймали. Сорога не клюет, видишь? Олесь, они теперь на твою камеру все, а к нам не идут, смотри. Не-не, они, вон. Жрет. Кто жрет? Подожди-ка, а нет, это сорога вся. А где ельцы-то? Вот елец подошел, сейчас скоро клюнет. Ой, ельцы, блин. Ельцы голодные, сорога нет. Слушайте, ну блин. Все, просмотр. Вот, едят, смотри, едят же вовсю. Опа, есть. Я достаю его большого. Я говорю, сорога, есть. Ух ты, какой здоровый. Я его достала большого. Да вы даете, а. Держи. Он плавал рядышком. Ну, просто ну, жесть. Возможно, на Лима увидим, а, сегодня? В стихии своей. Слушай, с такой штукой-то. Так это реально здоровая ты сорога видел, такая, да? Его... Ну-ка, Ян, ты... Все, погнали, друзья мои. Если сорога будет очень... Слушайте, ну просто жесть. Ну вот, смотри, вот к ней подошли кто-то. Нет. Это моя, а твоя далеко, видишь, далековато. Мою не видно. А там в тени она. Слушай, ну рыбы просто, ну невероятно до хрена. Ну, тем не менее, она да. Осторожная вообще. Червей, шапку, коробку с продуктами, да? А кто же тут снимать-то будет, а? Санта-Клаус. Я смотри, тут... сорога ельца отогнала всего. Тоже не хочу этого. Первым елец. Так, ну сейчас. Ладно, поворачиваю. Ни одного нет. А где моя? Поворачиваю. Убишь телевизор. Сорогина. А где моя? Я моя. Дно-то какое красивое. Я вот шевелю, где моя? Не видно? Блин, моя, вон, вот, видишь? Вот твоя. Нет, моя вот где? Я шевелю. О-о-о, пристают к этому. Пристают? Слушай, ну надо, может, чуть поднять. Не-не-не. Ой, смотри, какая же это рыба-то. Каримая сорога. Юрка, ну чё, как тебе рыбалка? Новый уровень. Есть. Нам где? Куда? Я не видно вообще. Вон елец. Один хорошо. Оп. Елец. Ага. Елец. Ельцы голодные, а сорога нет, видать.
Мне нужны черви, Олесь. Уж все, короче. Надо на червя, когда... Я надеюсь, иронию вы всю поймете. Меня послали, короче, вот туда. А где вся рыбалка? 140 тысяч человек идут сейчас за коробкой для еды. Да, я тоже выйду. Все, это все она. За червями-то идешь. Подожди, не надо, подожди. Ой, тихо, тихо. Ой. Это я же люблю. Юра, ты че? Взял его. Жесть ты какая. Так, смотри теперь. Дикие люди. Ну чё? Смотри, ильцы взяли сразу. Моих червей вы все равно не увидите. Ой, ну тут смотри, акулы пролетают. Кальмарчик работает. Так, Юрка. Нормально, почему я тебя там не вижу? Смотри, полчища, орды. Где там? А вот я не знаю, где, надо посмотреть. Ты повернул туда? Сейчас тоже работаю. Ну смотри, пшено-то они едят вообще как о, надо. Вообще точат, вообще потерял. Вот это значит подкормку наварить. Всегда. Не игнорить. Так, я твою эту не могу найти. Мою удочку. Угу. А, вот она. Вот она. Смотри. Дай-ка я брошу туда. Тут за спины можно ловить. Немножко пшено брошу, может. Работает? Я Янкину не вижу. Вот она. О, большая, да? Ага. Ух ты. Ну, смотри. Просто не рыбалка, а просто... Червяка сейчас сразу найдем. Кого лучше. Ну, ее тут кошмар. А, вот, вижу, увидел. Видно? Вот она. Обступает. Надо все обратить внимание. Что... Блин, сорога-то ешкин кот. Рыба неактивная, она не знает. Тут черепа. Золотистая. Ну, нормально, нормально, такая большая. Вот они, черви. Смотрите, что творится уже. Я вот просто не успеваю за ними. О-моё, ее просто немерено стало. Ну и они, смотри, пшено жрут. Не надо больше пшено давать, чтобы они на червя шли. Пшено жрут, ага. Червя не хотят. Не давай им больше пшена. Но они на червя не хотят. Поросята, слушай, смотри, сколько много. Вон одни глаза. Я че выплевываю твою. Ой, блин. Ой, блин. Оглушила маленько. Елец. Елец, ага. Да. Нифига. А вот елец, кстати, заглатывает. А сорога... А сорога за губу. Вот, смотри. Ну что, Ян? Кормушку можно сломать. Да-да-да. Ты смотри, сколько их. Их нереалистично много. Очень много. Ага. Просто ковром накрыли. Просто ужасно много. Юрка, ну как тебе уровень рыбалки? Приглядку, да? Вот что бы еще. Ищ... Видно, нет? Да я не понимаю, что где тут чье. Ты посмотри там, что творится. Вот, смотри. Вот о, она твоя. Во. Вот она блесная. Это твоя, да? Это. Моя. Я не написал. Смотри, вот я. Ну-ка, куда пошел? А что толпался в другой стороне-то, а? Смотри. Тихо, вот он, смотри сейчас. О! Потому что там подкормка есть. У тебя тоже, да, кстати, было. Сожрали уже. Смотри, о-о-о-о-о-о-о-о, отвернулся. Не хочет. Во-во-во-во-во, я на... Сплюнул. Ты опусти ее на дно нормально. Не вижу, на дно еще. Чтобы она залегла. Ой-ой-ой-ой, все. Опа, атака. Приглядку пытается. Вот. Ну, смотри, глаза какие, акула из та-та-та-та-та-та-та-та-та. Обошла. Вот гады, а? Вот так.
не клев будешь взять, будешь думать, ничего тут и нету, да? Ага. Ну, это зеленый. Подожди-ка, вот я сейчас разверну. Смотри, что творится. Все, больше не это, не кидай пшено. Сейчас они пока это не сожрут. Давай на пшено ловить. Смотри, их тут, ну, не просто немерено. Смотри, смотри, что творится. А вон, смотри, еще. Это мои крючки. Они ничего не смотрят. Олесь, там чай, там кофе есть. Дай нам пока кофе, пока они поедят. Кстати, да. Смотри, игнор. Вот так вот. Ой, ё-моё, я застрял. Иди сюда. Забагрил. Блин, а я проморгал твою. Крутился. Ух ты! Она по сорогам, да? Янка стреет по сорогам. Ну-ка. Шатается все. Опа, взяла. Опа, есть. Ух, какой, ё-моё, это елец, смотри. Слушай, это пипец какой-то. Просто хрюшка. На Кирове они крупные. Да? Чего мы сюда раньше не ездили? Да. Куда? Червей пошел. Червей ест. Так Юра такой нормальный, такой раз и я и туда. Опа, молодец. Что-то нехилое такое. О, блин. Поперек. Вот. Ты где таких монстров вот находишь, они парят, а? Палятся там. Я в отличие от некоторых пальцев не будем показывать. Ага. На кивок смотрю, а не в камеру. Да, да. Подсвечивает тут все, что мечет вообще. Что ты скажешь, а? Вот Янины крючки. Ой-ой-ой, все есть. Ава, елец. Ну. Смотри, а там сорожняк один. Как ельцы прорываются. Где мы? Может, мы их так это нечаянно видим, думаем, ельцы, а они на самом деле маскировка. Галимая сорока. Они по пути снимают маски. О, ельцы по низу идут. По пути маски снимают. Тут все, блин. Так. Ай-яй-яй, прошел. Вон, ест, Яна. Ест, опа. Поймался? А, нет. Спортивный красота. Добычина. Да тут видеорыбалка. Сколько подошел? Так, а ножик мой далеко? Я его кошкой поймала, прикинь. А, смотри, как я его поймала. За жабры. Подожди, стоять. Смотри. Мимо проходил. Угу. Я тут только дно смотрю, а они уже меня тут такое. Смотри. Ух ты. Слушай, на кого мне видео-то подводное стоять, снимать? На Яну? На нее снимают. Тут почаще берется. Ты смотри, какой. Вот слышишь? Ты. Спортсмен, Яна. Что там? Да, он. Сейчас опять тебе в узел завяжет. Но. Она когда их снимает в узел. Пошел. Вот только я от Юрины отвернулся. О, лопата. Ой. Смотри, какой. Ух ты. Блин, а у меня вон. У чё? Янки вон что. Что там? Ну что мне, разворачивать на Юрку теперь, Ян? Ну ты что, да. Я сделаю? Смотри, вон они вокруг. А ты так. Ой-ой-ой, смотри, вон крючку есть. О, лопата. Совок. Лопатка. Ой, и Юрки есть. Да что у меня за лунка-то, а? Все цепляют. Да ну нифига себе! Цепляют. Сорога пошла цепляться, да? Радует. Вы мне знаете, что скажите только? Вот вдвоем. Вы что, вы счастливы, нет? Конечно.
Ё-моё, три таких поклевки было, пока я дотягивался. Ух ты! Хорошо. Нет. Шизы. А, Юрка таскает. Ну, все. Случайно пойдем. Переключаемся, короче. Багра. Ты видел, как на тюнге рукавицы улетают? Метров на 20 планером. Как эти бумеранги. Потом по целине ползешь. По колено, чтобы рукавицы достать. Чтобы рукавицы достать. Я таких много видел у рыбаков. Рукавицы летят. Верно поймалась. Есть. Обе. Губы сразу идет, да? Чик. Синхронно. Две. Три. Вот так вот. Для полной картины. Да-да-да. На аватарку тебе. Довольные, аж капец. У меня уже ожоги роговицы, уже третьей степени от каждого из вас. Или нет, один, один, но здоровый, и еще и забагренный. А да, один юлец. Стоять! Держи! Смотри, она его отсекла. Нечего. Я тебя поймала. Вот это да. Оп, есть. А снимает, нет? Да, ну снимает. Это какой, а? Сам выбор, это елец. Это елец причем, ничего себе. Такой, еще и такой большой. Карась. Стоять, блин. Подожди, давай, я тебе помогу. Они такие сильные. Ой, кошку туда, и все подряд туда. Тебе наливать? Ну. Не, мне налей, ага, я с молоком буду. Ой, господи. Я сейчас тебе кружку дам. Давайте. Одолеть не могут. На, держи, Юр. Мимо. Все, мимо. Ну-ка, что у нас там? Он какой-то вредный. Там уже нереалистично этой рыбы, короче говоря. Ты котлеты доставай. Котлеты достаю. Все. Чай вот есть. А, есть? Все, вон кушать. Угу. Даже поесть не дают. Кашу не дали поесть. Яна, бутерброд. Оба. Потому что эта рыбалка вообще без перерыва происходит. Это что такое-то? Там такие хрюшки плавали. Там такие... Это что вообще было? Потому что елец. Ты вообще что здесь делаешь? Че, сейчас на сковородку попрёт. Потому что ельчик, блин, а! Такое проспал. Дай мне червя. Нет? Нет пока. Угу. Не-не-не. Ну тащит его уже. Он нет, во рту у неё. Вообще, смотри. Во рту у него. Поддергивай, давай, он сидит. Класс. Хоть бы это все запись была. Он полчаса держал. Ну прям таки полчаса держал. Я говорю, он тащит, он во рту. Я смотрю, у него где вторая мормышка? 45 минут он держал. А это делается вот так. Смотри, как это делается. Подсветить. Да и они же сразу пришли к людям. Сходу. Сходу. Прям сходу. Есть. Взяла. Да, отлично. Подлетает только так. Есть. Есть, да? Я. Поросенок. Нет, сорока, конечно. У меня желтый глаз. Слушай, ну это капец. Ага. Форматик. Ай-яй-яй. Ты счастлива, Яна? Конечно. Так, как это сделалось? О-во-во-во-во, ест, ест, ест. Ест, ест. Опа, словила. Кто-то большой, да? Или два скорее жестко, всего. Жестко смотрится. Вода. Двое. Ой, стаскивай, я занят. Борода у меня. Давай. Помогу. Блин, какой он сильный, а. Блин, какие они сильные, это же жестко. Все, закидывай его. Дай. Угу. Кто-то встрянет на чистке рыбы. Кто-то? Ты даже не знаешь, кто? Ну, конечно, я. Я же что и говорю. Представь, как я встреваю по этой работе. Да.
тяжелый такой, а? Поперек взялся, что ли? Да есть. А, нет. Ух ты. Тупо тяжелый, елец. И у меня тоже что-то тяжелое. Ты ешкин кот. Нет. Ага, ну, нет. Запутался, а? Нет. О, смотри, сразу нападение. Уй, смотри, целая толпа. Прям толпой. Толпой, да. Опа. Интересно. А у Янки обжирают прям. Ох, смотри, ударил. Питак такой. Прям ударил в этот, бах. Это было селфи? Отлично. Суруженка. Опаньки, два. Две. Да, ёлки. Сорвался, что ли? Не, не сорвался. Видать. Или нет? Ты его грузил, он по башке, короче, бахнуло. Ты зачем рыбу портишь там внутри? Избиением занимаешься. Видишь, он вернулся. Еще и словила. Сначала грузил им по башке, потом, короче, еще за жабры и все. Ну, ёшкин кот. Блин, я не снял. Тяжелый. Внутри в воде не снял. Это вообще. Ёж какой, а? Ёж здоровый какой, а? Это тебя не ершей ловить. А что за колокольчики там? Дзынь-дзынь-дзынь. Это блесна. Груже. Ух ты, мама дорогая. Ты подвое, вот ловит она и все тут. Ты когда-нибудь видел такого ельца? Я, по-моему, мало видел. Что такое? Слушай, да он огромный, блин. Это елец. О, у него аж... Ну-ка, смотри, давай. Это что-то, это елец. Обалдеть. А почему у него тут кальмар? Это уже чебак, да? Это кошмар какой-то. Кальмары лезут. Да, есть. А что он держит? Жует. Раз, нету морды. Вот она. Тихо. Аж мне пролетело, прикинь, смотри. Залепило. Взяли приглядку, называется. Оп. О, это атака была. Все, он ушел. Ну, смотри, вон, смотри. Он на верхней был. Собакевич, блин. Вон морда. Ай-яй-яй-яй-яй. О, два опять, смотри. Слушай, что за дела такие? Так, Юрка, пока ты халтуришь. Надо переключаться на нее. Вон у него, блин, крючки просто так висят. Один парень тоже это, по два ловит. Сидим такие, у нас по два не ловится. И тут один выдает причину. А-а-а. Тот говорит, я мастер. Нет, ты просто тормозишь. Подожди. И с тех пор, кто два ловит, да, ты тормоз. От зависти какие рождаются. Да. Это я. О. Селфи рыба идет. Да. О, жует. Есть. Верхнего берет. Опа! У одного и у второго. Ну, наконец-то один. Так ты смотри, какой здоровый. Один. Опа! Два. Два опять. Ну, ты даешь. А? Вася, да? Сможешь подсесть? Да вообще в легкую. О! Ты видел, как он подсек? Вообще в легкую. Смотри, жрут. Ну, не жрут. Жрут, смотри. Опа. Эй. Ай-яй. С таким подсекателем. Ой. Я тут вон подсекаю. И сюда. Вы даете, друзья мои. Смотри, какая, да, амплитуда большая. Один. Угу. Тоже неплохо. Элчик.
Да, лучше. Ух ты! Угу. Ё-моё! А ты мне просто эту дай сюда. Опа! Вот это ящик. Вот это да. Ага. Опять да, такой. Сколько ему лет, интересно? Ай-яй-яй-яй-яй. Он, прикинь, пробраться туда не может. Ну да. Там уже все плотником засеяно. Вот этот хорошо ест. Опа! И есть. И поймался. Вот это я понимаю рыбалка. Есть у кого-то. Вода качается. Ну, блин. Тут такие экземпляры, ёшкин кот. Это возле крючков-то движняк происходит. На адреналин. Ой, прошел мне. А не, нижний, смотри, ест. Ест, ест. Ай, нет. Нафиг вам. Ему ваши черви. Не понравилось. Во-во-во. О. О, народ подошел. Народ подтягивается. Да. О! Лопата. Братки. Серьезные пацаны. Вообще что-то с чем-то. О, блин. Ты говорил, маленький тебе. Поросенок. Это не сорога. А что это? Это подъязок. Глаз желтый, смотри. Это яз? Подъязок. Яз практически будущий. А ну, показывай его. Вот он, перья, видишь, длинные. Глаз коричневый. Яз! Яз! Это я. Вот она, рыба моей мечты. Слушай, ну здоровые какие, а? Экземпляры. Смотрите, какие. Больше Яны вон. Ну, я его еле вытащила прям. Сидим замечательно. Но все приходит к концу. Че, поехали, ребята? Сейчас. Через часик. Короче, это невозможно. Попробовать. Голосуем, да? Это что? Ничего, Елец. А, нет, сорока. Это сын под язи. Что? Видишь? Глаза красные. Того желтые. Ничего. Сын под язи. А он проглотил, да? Мама, а мы домой не поедем? Нет, сыночек. Ай-яй-яй. Ну, это совсем. После язя это вообще ничего. Ничто. Так. А их что-то там. А интересно нет? Было бы его там заметить, а? Как-то он прошел незамеченным. Так да. Это у меня же, это на тебя же нацелено. Да, да ну нафиг, ну что ж такое-то? Дублет. Да я не брал шашки. Вот смотри, видишь это? Ну это. На кошку. Наглость. Вон же они ерзают прям. Сюда уже. Вот, ебаня. Ух ты. Какой елец. Тяжелый. Алис Петрович. Ничего подобного. У тебя там что-то не то вообще творится просто. Все. Конец рыбалки. Нет. Конец. Походу я домой поеду только мертвым. Не ты один. Все такие мертвые, но довольны. Где ты его нашла? Ян. Теперь пойдем крупную рыбу ловить. Во сне. Юре домой надо. И мне тоже, Яна. Пожалуйста. Жалься. Да. Ты же тут только держишь. Ты же тут этот теневой барон. Прощайте, а потом Юрина жена посмотрит, скажет вот так вот. Так. Есть. Мы сейчас. Нету. Блин. Тиранатор глушим. Не-не-не-не, стоять. Это террор. Юрка, это террор в натуре. Слушай, ну хорошего понемножку, Яна Владимировна. Слышишь, хорошего понемножку. Все, молчу. А может, Ян, слушай, о-о-о. Опаньки! Опа-на!
Маленькие? Они тоже это слышат. Маленькие. Они тоже слышат, тащил, что как домой это... собрались. Ян, все, мы здесь, а говорят, если, мы здесь. А если, смотри, есть такое предложение. Есть такое приложение на этой на iPad, рыбалка называется. Я вечером порыбачишь. Ну сейчас. Да. Есть такое предложение, приложение. Все, я понял, больше не продолжай. Даже я понял. У самого холодный пот пробежал. Политика пошла. Для контента. Слушайте, у меня такое ощущение, что мы дышались чем-то, нет? А кстати, нет? Где? Все нормально? Нормально. Ты что, встал, мельтешишь что-то? Глаза такие. Плоскогубцы еще. А, да? Турецкий поток. Здоровый, да? Большой такой, такой ужас. Все. Я отворачиваюсь. Я сворачиваюсь, да? Ну все, ребят, всему приходит логический этот. Уговорили Яну почти. Не-не-не-не. Ну тогда и газ перекроем. Уже перекрыли. А, уже перекрыли. Надо свет еще выключить. Я в тритоне, мне и пофиг. И палатку убрать. И удочку забрать. Ты видел, у меня удочку чуть не утащили они. Ой-ой-ой-ой-ой. Эти два. Да-да-да. Хлороформ есть. Сейчас хлоп. Да. И все. И на заднее сиденье. Кавказскую пленницу сделаем. Следующий раз. Ты же подбираешь ее. Ну давай. Ну так нормально наловили. Слушай. Капец нормально. Экземплярчики есть такие хорошие. Че, таскаешь на холоде, да? Без. Как обычно. Да, без всего уже. Видишь, даже не можешь собрать мне. Юра, отбирай удочку. Отбирай срочно удочку. Провалилась. Смотри, она еще закидывает. Давай. Иди. Опа! Вот такая нежданно-негаданно при такой кровавой луне обалденная рыбалка вышла. Друзья, нам всем понравилось. Я надеюсь, вам тоже понравилось. Экстрим. Камера ЯС-52. Обалденная вещь. Езей сейчас... ловит. Да, кстати, Езей ловит. Да. Вот. Ну все, надеюсь, вам понравилось. До скорых встреч, друзья. Увидимся. Никогда не болейте. Красотища. 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 Вроде только их дергали, да? Это не уже вкусные процессы. Я, кстати, когда они из лунки вылетают, их так себе и представляю. Вот так вот, именно так. Сразу же представляю. Так, увидимся. До свидания, да?